Приветствую вас на своем YouTube-канале Артюхина Хоум. Ваша Татьяна Артюхина. Сегодня наш ролик, видеоролик посвящен прекрасному празднику, который я очень люблю наравне с Рождеством и Новым Годом. Один из семи великих праздников христианства – Пасха. Почему я люблю этот праздник? Да потому что, когда готовишься к нему, ты можешь проявить такой полет фантазии. Это весна, это пробуждение. Хочется творить, хочется порадовать близких. И в это время, наверное, не только у меня, но и у вас всех такое настроение, что хочется создать что-то красивое, приятное, порадовать себя, своих близких, украсив свой дом к Пасхе. Мы все проводим генеральные уборки, мы стараемся украсить свой дом. И я сегодня хотела бы поделиться своими идеями, возможно, вам они придутся ко двору, как говорится, и привнесут в ваш дом ту изюминку, которая позволит вашим друзьям, придя к вам в гости, восхититься, удивиться и взять что-то себе на вооружение. Сегодня наше видео будет посвящено декору пасхальному в разных техниках и разных стилях. Я покажу вам, как не затратно финансово из простых подручных материалов создать интересные вещи, которые украсят ваш дом и порадуют вас и ваших близких. А сегодняшнее наше видео я бы хотела начать с пасхального дерева, украшенного вязаными кружевными игрушками. Почему именно с этого момента мне хотелось бы начать с вами разговор о Пасхе? Те, кто уже знаком с моим творчеством и видели ролики на YouTube-канале, особенно первый ролик, посвященный декору новогодней ели вязаными крючком игрушками, видели о том, как можно декорировать новогоднюю ель полностью в монохроме, вязанными из ХБ-пряжи снежинка игрушками, воздушными, невесомыми, которые придают особый шарм новогоднему дереву. А сегодня часть игрушек с моей новогодней елки, которых вы уже видели, я решила не прятать дальний угол и оставила для украшения уже пасхального дерева. Это сердечки, бабочки, ангелочки, различные птички и, конечно же, пасхальные яйца. Если вы помните, в первом видео они тоже были у нас на новогодней елке, но тогда они выполняли роль шишек, а сейчас это полноценные пасхальные яйца. Мы ими украшаем наши веточки, которые заранее я нарезала по дороге на дачу, опустила 2 недели назад в воду, и в тепле они очень быстро дали молодые листики. Вот такое дерево, в принципе, впишется в любую стилистику. Это будет уместно и в городской квартире, в классическом интерьере, в современном интерьере. Такое же пасхальное дерево, украшенное этими невесомыми игрушками, оно будет уместно и в загородном доме, потому что вязаные вещи перекликаются со стилистикой кантри. Поэтому я думаю, что это беспроигрышный вариант. Он нарядный, он порадует и создаст весеннее воздушное настроение. Аналогичными вязаными, но уже бабочками, я решила украсить наши подсвечники в квартире. И я думаю, они тоже порадуют моих близких и моих гостей, создавая им весеннее настроение. А теперь маленькое волшебство. Только что вы видели пасхальное дерево в монохроме, украшенное белоснежными вот такими пасхальными яйцами и другими игрушками. А теперь мы увидим, как перейти в совершенно другую стилистику, совершенно с другими фактурами, но используя все те же кружевные белоснежные игрушки. Посмотрите, как на примере вот такого венка пасхального на дверь я решила сочетать белые воздушные легкие игрушки, которые вы только что видели на пасхальном дереве, и нарочито грубоватый материал джут. Как они прекрасно сочетаются, и совершенно меняется уже стилистика. От классической такой нейтральной стилистики мы переходим к стилистике кантри, рустика, где материалы сочетаются на контрасте. Серые, природные, коричневатые и грубоватые фактуры и белоснежные, легкие, изящные изделия. Как я сделала этот веночек? Я взяла заготовку пенопластовую для венка,
А такие заготовки продаются и на Wildberries, и на Озоне, и в детских магазинах типа Леонардо для творчества детского. Обтянула шпагатом, затем украсила, декорировала хлопчатобумажным кружевом, можно бантик сверху завязать, и на тонких нитях подвесила наши вязаные пасхальные яйца. И посмотрите, совершенно другая тематика, но не менее замечательная, не менее интересная, фантазийная. И сейчас, вот благодаря такому мостику между легкими воздушными изделиями и грубоватым, нарочито грубоватым джутом, мы и переходим к стилистике рустик. И я вам покажу, как из такого совершенно дешевого и простого материала можно создать интересный пасхальный декор в рустикальном стиле. Итак, отправляемся за рабочий стол. И сейчас мы начнем декорировать в рустикальном стиле или в стиле кантри. Это достаточно близкие стили, у них есть свои особенности, но в целом это сельская тематика. А раз сельская тематика, это, конечно же, грубоватые какие-то материалы, кружево, винтаж. Мы сейчас попробуем с вами сделать вот что-то подобное вот этому яйцу. Это джут, кружево и некоторый декор. Что нам понадобится? И, собственно, деревянные яйца заготовки, которые несложно купить на площадках Wildberries или Озон, или в магазинах рукоделия. Стоимость одного яйца примерно 30-40 рублей. Это недорого. Сам шпагат, виновник торжества, как говорится, хлопковый шпагат по желанию, кто хочет скомбинировать. Фанерные заготовки, которые также продаются в магазинах рукоделия. Мы их будем использовать для декора и яиц, и впоследствии, чуть позже я покажу, для декора свечей. Фоамирановые розы и, собственно, бумажные розы. И последний приятный штрих. Для декора нам понадобятся еще некоторые приятные вещи. Открываем нашу волшебную коробочку. Кстати, тоже задекорированную джутом, как вы видите, и кружевом. И что мы в ней находим? Самые разнообразные кружева хлопчатобумажные разной ширины. Сероватые, кремоватые, розовые, белые. Это тоже не проблема приобрести. Вот такие. Что еще нам будет нужно? Нам обязательно понадобится для фиксации джута на дереве клеевой карандаш. Обычный канцелярский клей-карандаш. Итак, начнем. Смазываем донца нашего яйца клеевым карандашом. И по кругу, начиная с центра, закрепляем шпагат аккуратненько. Аккуратненько, не спеша. Соблюдая симметрию, равномерно приклеиваем по кругу наш шпагат. Клеевой карандаш канцелярский очень удобен для такого рода вещей, потому что, во-первых, он не пачкает шпагат, во-вторых, он очень хорошо его приклеивает к дереву, то есть сцепление прекрасное, то есть им работать очень удобно и приятно. Я пробовала работать пистолетом клеевым, мне не понравилось. Почему? Потому что он очень быстро схватывается, полимер, клеящий слой, и не всегда успеваешь прихватить сам джут. Пока ты наносишь полимерный слой, он успевает схватиться ровно до того момента, как ты загнешь джут на яйце, поэтому это неудобно. А клеевой карандаш в этом плане идеален. Он и фиксирует хорошо, и в то же время не схватывается молниеносно. То есть есть возможность всегда подправить изделие, если где-то немножко нарушилась симметрия. Вот таким образом, плавно двигаясь по кругу, мы укладываем джут до самой верхушки. Итак, мы закончили декорировать шпагатом, обтягивать наше деревянное яйцо. Заканчиваем мы в вершине, а начинали, как вы помните, с донца. Теперь нам предстоит самый интересный и приятный момент задекорировать это яйцо, исходя из наших предпочтений. Я решила сейчас задекорировать его миниатюрными фанерными заготовочками и зеленью искусственной. Итак, начнем. Фанерную заготовочку смазываем все тем же клеевым карандашом.
Дерево и шпагат прекрасно приклеиваются друг к другу. По центру приклеиваем зайчика. Пока он у нас схватывается, мы отрезаем кусочек кружева и оборачиваем яйцо кружевом. Стык делаем на донце, чтобы не так бросалось в глаза. Аккуратненько приклеиваем. Здесь нужно хорошенечко натянуть и зафиксировать наше кружево. С кружевом мы закончили. А теперь декорируем вокруг зайчика зеленью искусственной наше яйцо. И таким образом декорируем. Это вы можете делать, исходя из своих предпочтений, что вам больше нравится. Может быть, вам придет в голову какие-то свои идеи воплотить. Итак, мы задекорировали вокруг нашего зайчика зеленью искусственной. И последний финальный штрих завязали из джутового шпагата бантик. Вот такое брутальное яйцо в рустикальном стиле у нас получилось. Как вы заметили, здесь минимум кружева и максимум грубоватых фактур. Это дерево и джут. Но если вы любитель, допустим, стилей шеби-шик или прованс, вы немножко должны видоизменить яйцо. Допустим, вы можете сделать эффект корзинки. Нижнюю часть яйца задекорировать все тем же джутом, а верхнюю часть яйца задекорировать хлопковым шпагатом, чуть больше половины. Добавить больше кружева и украсить фоамирановыми или бумажными розочками, о которых я уже говорила. И получается эффект корзинки. Гораздо более нежное такое яйцо выглядит. И уже вот в таком дизайне мы уходим больше в стиль шеби-шик. Кто любит более нежные зефирные оттенки, обилие цветов, декора. То есть это уже немножко другая стилистика. То же самое можно сказать вот об этом яйце. Здесь тоже букетик роз, бантики из кружева. И тоже, как вы видите, половина задекорирована шпагатом, половина хлопком. Возвращаясь к рустикальному стилю, вы можете сделать вот такой вариант яйца. Тоже в монохроме у нас джут, немножко кружева, совсем немножко, и вот такие фанерные заготовки в виде цветов. Или же вы можете сделать вот такое яйцо, отказаться от декора фанерными заготовками и цветами, но использовать пуговки и в небольшом количестве кружева. Вот такой у нас брутальный фраерок получился. Ну и, дорогие зрители, в поддержку нашим задекорированным джутом яйцам я подготовила свечи для сервировки пасхального стола. Можно их использовать не обязательно для сервировки, можно их поставить в гостиную в качестве декора. Все очень просто. Самые обычные хозяйственные свечи, самые дешевые, мы декорируем снизу джутовым шпагатом. Завязываем бантик и самый край... стык между свечой и шпагатом декорируем нашим хлопчатобумажным кружевом. И вот в таких бронзовых подсвечниках, на мой взгляд, они смотрятся очень стильно, брутально и как раз поддерживают наш стиль рустик. Кроме того, несколько слов я хотела бы уделить вязаным из джута изделиям, потому что они как никогда именно в пасхальном декоре прекрасно вписываются в наш рустикальный стиль или стиль кантри. Кому как больше нравится. Посмотрите, как интересно смотрятся в связанной джутовой корзинке наши задекорированные джутом и хлопком
и кружевом яйца. Точно так же маленькие корзиночки вы можете связать, использовать впоследствии их как контейнера для сыпучих продуктов, для конфет. В данном случае я купила морские камешки, они здесь играют в пасхальном декоре роль перепелиных яиц. У меня так фантазия сработала. Вот такие маленькие вазочки в данном случае при сервировке пасхального стола вы можете использовать как гнезда для яиц. Предварительно положив внутрь таких гнездышек сизаль или бумажную стружку и сверху положив одно из наших задекорированных джутом яиц. Еще вариант пасхального декора. Изначально вязалась эта курочка как подставка под чашечки, под горячие. Схемы, напомню, вы можете найти на моей странице ВКонтакте. Адрес страницы будет прикреплен к видео. А в пасхальном декоре ее можно использовать вот в таком виде, в качестве курочки на сетке, курочки рябы, сидящей в гнезде. Я думаю, все эти вещи прекрасно гармонично сочетаются друг с другом и сделают ваш пасхальный стол в стиле кантри довольно-таки стильным и красивым. Дорогие зрительницы, еще один вариант пасхальных свечей. Здесь уже мы не обтягивали свечу джутом, обтягивали джутом только подставочку. Это обычная крышка полиэтиленовая от банки, обтянутая в той же самой технике, что мы обтягивали яйцо, и уже служащая нам подставкой для свечи. Сама свеча самая простая. Задекорировали мы ее с помощью обычных льняных кружев широких. Вот оно, кружево наше. Все тех же розочек бумажных и все тех же фанерных заготовочек, которые мы и использовали при декоре пасхального яйца. У этой свечи принцип тот же самый, только здесь мы использовали уже хлопчатобумажное кружево. Вот это. В два слоя. И те же розочки. Вот такие нарядные свечи у нас получились. Они тоже прекрасно сочетаются друг с другом и с другими вязаными вещами, с яйцами, украшенными кружевом. Кстати, вот эти уже яйца, это яйца обычные вареные куриные яйца, которые мы будем подавать на стол. И в стилистике кантри и рустик их вовсе не обязательно красить. Это, кстати, традиция в основном в России применяется, крашеные яйца. За границей особо не заморачиваются на эту тему. И если яркие коричневые яйца, они прекрасно впишутся в тональность нашего джута. Достаточно просто кусочком кружева задекорировать, и прекрасное нарядное яйцо у вас будет на столе. Это тот самый вариант для тех хозяек, которые очень хотят нарядить красивый пасхальный стол, но они слишком заняты, у них нет времени, они работающие женщины, поэтому буквально 10-15 минут и ваши яйца будут задекорированы. Можно положить их на столе вот в такое гнездышко, которое я уже показывала вам, а можно сделать вот такие маленькие подставочки. Это минутное дело. Мы используем ленту из мешковины. Я ее тоже приобрела на Озон. Мешковина, так же как и джутовый шпагат, прекрасно гармонирует друг с другом. Собственно, это один и тот же материал, но это в виде ткани. А до этого мы использовали сам шпагат. Что мы делаем? Мы отрезаем 15-16 сантиметров ленты. Вот так пополам складываем. И внутри проклеиваем их. После проклеивания соединяем. И концы затем вновь соединяем. И у нас получается вот такая подставочка. Вот, посмотрите внимательно. Кстати, тем же самым клеевым карандашом. Он прекрасно склеивает слои мешковины. Сама по себе мешковина довольно-таки прочный материал, грубый. Поэтому в два слоя прекрасно держит форму. Посмотрите. Вот в таком виде вы можете подать к столу ваши вареные яйца. Это займет совершенно несколько минут. Это не нужно тратить целый день на то, чтобы подготовиться к Пасхе. Еще один важный атрибут нарядного праздничного стола – это, конечно же, салфетки, декорированные стильными кольцами. Кольца самые простые. Сделала их в течение буквально нескольких минут. Это все та же наша лента из мешковины. Кусочек ленты, склеенный с обратной стороны – и задекорированной розочкой.
Вот такое кольцо для салфетки мы можем сделать буквально в течение нескольких минут. Сделать на всю семью. Еще один вариант. Та же самая лента, но уже задекорирована нашими любимыми фанерными заготовочками. Бабочка на фоне сердечка. Я даже не стала окрашивать это в какой-то цвет. Мне кажется, цвет натурального дерева как нельзя лучше гармонирует с джутом. И еще один вариант. В данном случае я уже использовала не мешковину, а наше льняное кружево. Но птичку, ту же самую фанерную заготовку птицы, уже задекорировала обычной белой краской. У меня оставались остатки от ремонта водоэмульсионки. Я ее использовала для декора. И в завершение я хотела бы посвятить последние минуты нашего разговора по поводу джута декору пасхального дерева. В самом начале видео мы вам показывали дерево, декорированное воздушными кружевными игрушками. А сейчас в стилистике кантри и рустик я бы вам предложила задекорировать дерево все теми же фанерными заготовочками, но задекорированными джутом и кружевом. В данном случае одну из одинаковых фанерных заготовок я задекорировала джутовым шпагатом в той же технике, что и яйца мы декорировали, и свечи, и завязала кружевной бантик. А в этом случае та же самая заготовка, но покрытая белой, обычной белой краской, и бантик из контрастного по цвету кружева. Все это мы с вами подвешиваем, и вот, кстати, птички тоже, подвешиваем на джутовом шпагате на веточке нашего дерева. У вас получится пасхальное дерево в стилистике кантри. Очень стильно, интересно и свежо.